Здравствуйте! Сегодня мы рады представить вам новую осеннюю коллекцию. В ней, как всегда, не только усовершенствованные модели из предыдущих коллекций, но и феноменальные, совершенно новые, как я люблю говорить, революционные экземпляры. Например, обратите внимание, впервые мы создали коллекцию израильского оружия. Это миниатюрное израильское стрелковое оружие, изобретенное, произведенное в Израиле, совершенно уникальное по своим свойствам и характеристикам. Нужно также обратить внимание на то, что мы первый и единственный в истории, кто создает подобную коллекцию, в том числе, конечно, в образовательных целях, для того, чтобы наши люди могли гордиться и знали, чем они могут гордиться. Также в этой коллекции есть и фигурки израильских солдат. Мы начали свою коллекцию с бойцов израильских спецподразделений, там и морские котики, и отряд по борьбе с терроризмом Генштаба, и солдаты под прикрытием, и много-многое другое. Эта коллекция будет расширяться с каждым годом. 20 сантиметров высотой, отлиты из бронзы, все это ручная работа. Много можно говорить о новой коллекции, но лучше один раз показать, чем много раз рассказать. Так что... Вашему вниманию представлены новые чехлы из коллекции «Осень-зима 2018». Чехол из кожи крокодила в черном цвете с хамсой. Для любителей классики. Для любителей ярко выделяться чехол из кожи ската с шильдиком, также в черной расцветке. Более яркие модели, имеющие интересную фактуру, сделаны из кожи игуаны с именной табличкой или всеми известными иерусалимскими львами. И более нейтральные модели из кожи страуса в черном и коричневом цветах, также украшены львами. Новые кипы, изготовлены из костюмных дизайнерских тканей в 12 абсолютно разных расцветках. Кипа сделана из 100% шерсти и украшена фирменным шильдиком. Оригинальные кипы помогут вам соблюдать обычаи, а также подчеркнуть ваш индивидуальный стиль. Новая арт-коллекция. Картина написана акрилом с изображением башни Давида и синагоги на Бронной. Написана маслом в новом стиле. Новые картины Цфат, Хеврон, Стена плача и Башня Давида написаны маслом. Новые футляры для Мизуз арт-коллекции. Вашему вниманию представлен набор Мизуз из арт-коллекции. Это ручная работа лучших мастеров. Мизузы выполнены в разной стилистике, что поможет выбрать наиболее подходящий вариант для вас. Картины мозаикой. Вашему вниманию представлены оригинально выполненные картины в стиле мозаики «Стена плача» и «Башня Давида». Новые аксессуары. Коллекцию аксессуаров дополнили ремни из кожи крокодила в новом стиле синего и черного цветов. Брелок хамса со звездами в серебре. Очень необычная модель клатча в форме скрипки из кожи питона. Коробочки для тфилин из серебра. Новые ювелирные изделия. Кулоны хамса в двух размерах в фирменных коробочках подойдут на подарок родному и близкому вам человеку. Браслеты с красной нитью, башня Давида и хамса со звездами в серебре. И самая долгожданная часть – это коллекция к 70-летию годовщины обороны армии Израиля. Фигурки пилота, солдата, морского котика. Уменьшенные модели оружия. Пистолет-пулемет УЗИ, штурмовая винтовка Тавор. Самозарядный пистолет «Дигл» и автомат «Галиль». Коллекция талитов. Синего и черного цвета в замше. Джинсовый вариант также в синем цвете. Спасибо за просмотр нашей новой осенней коллекции. Надеюсь, что вам, как всегда, было интересно. Надеюсь, что вы почерпнули что-то новое, заинтересовались какими-то новыми нашими произведениями искусства. И мы традиционно обещаем продолжать упорно работать для того, чтобы радовать, удивлять вас и достигать новых и новых высот в мире высокой еврейской моды. Спасибо за внимание и до новых встреч!